Наверное, фантастическая какая-то возможность, да, фантастическая, даже ну, выше, чуть выше тех мечт, да, или как она, да? Я так долго этого ждала, что мне не было слов. Я на самом деле прыгала от счастья и радости и осознавала это, наверное, в течение месяца. Я так и не понимала и не верила, что это со мной случилось. Я прыгала от радости, говорю, ура, я еду в ЦРН, я попала с первого раза. Это... Ну, непередаваемая радость. Это, наверное, пережить так. Это просто чудо. Это, ну, сказка, которая, наверное, бывает, ну, раз в жизни. Лекции, которые читают люди, которые занимаются вот практикой, которые творят, возможно, они творят будущее, да, это, конечно, бесценно услышать их советы, их мнение. Настолько вдохновленно, настолько эмоционально. Я вижу горящие глаза у тех лекторов, которые нам все это читали, да, я вижу, что они счастливы. По крайней мере, по-научному они точно счастливы. Есть такое высказывание: человек светится от счастья. Так вот здесь преподаватели светятся от науки. Как бы это ни звучало каламбуром. Видно, какие они влюбленные в науку люди. Каждый в свою науку влюблен настолько, что когда он про нее говорит, такое ощущение, что у него крылья за спиной. Явно видно, что это фанаты своего дела, и они своим оптимизмом, они заражают нас. Они сидят с нами здесь, там, они рады ответить на все эти вопросы. Они вместе с нами, то есть мы чувствуем дистанцию. Я и мечтать не могла, что будет настолько грандиозно все. Выразил эту мысль, он всегда говорил, что возьмите магию ЦЕРНа в вашу ладошку
положите ее в карман, вы возвращаетесь в свою школу, достаете ее из вашего кармана и делитесь вот этой магией ЦЕРН, вот этим чудом. Тут такие классные люди. Большое огромное спасибо Лене и всей группе, команде, которая все это устроила. Организация шикарная. То, что касается программы, все очень четко. Планирование, вот план, поминутный, вот настолько подробно. Это спасибо вот вам, организаторам. Потрясающе. Целый день здесь очень насыщенная программа. Мне это нравится, мне прет. Спасибо большое. Поездка, она именно стоит вот этого, что в любом возрасте ты должен понимать, что надо, нельзя останавливаться и вдохновлять и своих учеников. Наука, она как раз-таки вот это то, ради чего стоит жить. Первое, что я посоветую, не бояться подать заявки. Потому что вот между собой мы разговаривали, что некоторые слышали об этом, а я вот услышала только первый раз, что знали об этом, только думали, что, ну, как бы, не попадут, недостойны, боялись подать. Вот первое – это не бояться. Друзья, ловите свою звездочку счастья. Вот я, например, узнал за 4 года о существовании такой программы и почему-то ждал 3 года. Я не понимаю, почему я это ждал. Вот я воплотил свой шанс, и он свершился. Друзья, пробуйте. Однозначно надо решаться и писать, по крайней мере, заявление. Писать, там что, анкета, да? Заполняем анкету, пишем, едем. Ну, если в этом году не едем, в следующем году едем. Если вы сюда не поехали, считайте, что ваша учительская жизнь прожита зря. Это реально так. Вот. Только идущий человек осилит дорогу. Классно, приходите.